Всем привет! Хочу напомнить, что сейчас на канале у меня проходит очередной воскресный розыгрыш, который состоится уже ä, в это воскресенье, 17.01. И участие в этом розыгрыше принимают вот эти вот три замечательных скина. Это за третье место Desert Eagle, за второе место Star Trek PP Bison и за первое место вот этот Tech 9 топливный инжектор. А также, ребята, внимание! С сегодняшнего дня я запускаю марафон скинов. Что это такое? Это краткосрочные такие быстрые розыгрыши, которые будут проходить на ежедневной основе. <coughs> И для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, вам нужно быть подписанным на этот канал, лайкнуть именно вот это вот видео. И в комментариях под этим видео нужно будет написать скороговорку. А какую скороговорку нужно будет написать, я скажу, вы вернее узнаете, если досмотрите это видео до конца. А на кону на розыгрыше, который уже будет произойдет завтра, будет вот этот вот Tech 9 Айзик. В общем, всем удачных розыгрышей, а я полетел на язык открывать кесики. А, в общем, по старой дроби традиции я закинул на баланс 250 рублей, использовал подписчик про подписчик промокода промокод подписчика, который он там скинул. Ребята, у меня вам огромная, огромная просьба. Не нужно спамить своими кодами. Не нужно спамить, потому что... То есть, ну, я буду просто удалять лишние вот эти вот ваши сообщения, которые ни к чему не нужны. То есть, в одном сообщении можно, в принципе, все написать, этого будет достаточно. В общем, закинул я 250 с промокодом. Крутанул сегодня колесико. Мне с колесика там что-то выпало. А выпало я сейчас вот покажу, что то есть контракт два в контракт и дропы. То есть я сегодня крутил фришку, то есть вторая фришка была доступна, я ее крутил. Вот слушай, мне же сейчас должна быть доступна? <coughs> а не, это вот с контрактов, это вот выпало с это за 250 рублей за пополнение попутал все. А это вот с фришки выпало. Слушай, а мне же по-моему сейчас первая фришка должна быть доступна, да? Потому что я же Типа, да-да-да, смотри, доступно. Ну-ка, давай, посмотрим. И, кстати, вчера один из подписчиков, ну, даже не один подписчик, а Overworld, разгадал мою дикую тайну. Самый э, там ревностно охраняемый секрет. Да, чаек я именно готовлю к видосу. Снова Алоха. Ну, слушайте, не фартит. Уже второй день с фри кейса гроза не падает. Ну, наверное, сейчас она выпадет. Вот, наверное, сейчас мне выпадет гроза. Точняк. На, найс. Вот она, гроза. Ах, моя родная грозонька. Грозонька, грозонька, грозонька. Сколько ж у меня скинчиков. Так, мы вот это все продаем. Аж на 100 рублей скинов нападало, поняли? Аж на 100 рублей скинов нападало. Так, что мы сегодня будем открывать? твою мать, столько баблата то на, на счетчике. Короче, открывать мы сегодня будем... Пойдем на понижение. Саври куш, я сегодня шевелить не буду. Я сегодня буду шевелить кейс бомжа. Давай пооткрываем. А пока чайку дерябнем. А пока дерябнем чайку. Да ты охерел, что ли? Да пошел ты нахер. Не, ну с фрикейса еще гроза, хер с тобой. Ну сука, за 39 рублей гроза. Я соврикуш не стал открывать, потому что там говно всякое падало. Что ты тут мне даешь? 30 рублей. Че ты? 9 рублей, что торчишь ты мне? Верни, скотина 9 рублей. Но. Че? Ну, ч? Ну, пта, ч, горелка бунзена? Сколько ты стоишь? 39, сука. Я говорю, 9 рублей, верни, а не 90 копеек. Тварина, блин. Я вот не знаю, может позалетать сегодня. Может позалетать сегодня в эти снова десятипроцентники попробовать поймать. Ширку я буду продавать, ты, потому что мне нахер не нужен. Надо ширку испродать. продать. Посмотрим. Че? Ну тут что-то фиольное, да, будет? Хуёльное. Нет, ну ты фиольное. 49. Чё, блядь? Ты чё? Хибанулся. А, ну он мне 9 рублей вернул, поняли? Он мне вернул 9 рублей. Вендетта, это типа месть, да? Ага, вернул 9, забрал 20. 22.50, сука, забрал. Вот такая вот тварина. И грозу подсунул, да? Хоть бы до валентности. Не, иди нахуй. Так, а посмотрим, что у меня тут шурпы доступны для продажи. Шурпы нету, да? Отлично. Так, сейчас мы что попробуем? Что мы попробуем? Да нихуя мы пока не попробуем. Давай сейчас откроем еще пару бомжей пару же откроем. Сате ставим на балике. Да ну ладно, еще один ГОСТ. И что? 49-44. Охереть, ничего себе ты. Давай еще разок. сколько то я сейчас на выпадывала то мне? Не, но ну, если учесть, что я депнул 250, да? Сколько? Ну, 5.02. Да пошел ты. Ну что тут у нас? доступны для продажи. Продать все. Сколько? На 185. Ну я на 185. тут еще 120, 300. Ну пока как бы по сути нам в плюсике. Что сделать? Что нам сделать? Нам... Изик, язык контракты, контракты или апгрейды, контракты или апгрейды, да? В контракты я могу вот столько захерачить, но вчера ты мне дал, ты мне вчера дал хорошо. Давай мы в контракты закинем, ну, естественно, то, что для контракта доступно было. Плюс самое дешевое, да. Это же вот эти, вы мне. Три предмета на 90 рублей закинем и посмотрим, что ты дашь. Да, буква Х, то есть типа хорошо. Это хорошо. Это значит хорошо, понятно? А, ну, как бы так себе, да? Ну, хер с тобой. Хорошо, так хорошо. Ладно. Не так уж хорошо, как хотелось бы. Давай снова бомжа помучаем. Еще сколько? Два раза. Два раза смогу открыть бомжа. Да. Получить еще грозу. Грозой. Ё-моё. Получить грозой по ебалу. По... Ну вот остановись здесь. На неоновом погонщике. Слабо, да? Чё? Спорим, бомж? Тебе слабо выдать мне даже неонового гонщика. Спорим, бомж? А хули тут спорим я же ставку делаю не ты я же ставку только делаю 4 ну и давай вот у меня на 2 этих хватает ширпы кейса на 2 ширпо кейса хватает <coughs> давай глянем что выпадет так просто открываю вообще знаешь Понимаю, что хер он чудас, потому что он мне и так тут накидал. На милый мой надавал. 30 числа но тем не менее, неделю. Неделю я на нем буду открывать. Неделю я на нем буду открывать. То есть недельный слив. То есть ролики про понедельный слив. Так, давай тогда что мы? Апгрейды захерачим, да. Раз, два. У меня есть пять скинов в апгрейды. И э, с минималочки начнем, да. Сомневаюсь, я, конечно, что нам что-то удастся сегодня поймать здесь. Что-то удастся поймать. И тем не менее, конечно, хочется верить. Хочется верить. Кровавая АВП, либо это. Чё? Ну, давай вот тебя, да. Но тем не менее, все-таки хочется верить лучше. Слушай, знаешь, что я не понимаю? Я. А, я, за... я вот скин беру за 30 рублей. Вот этот стоит 299,37. Вы мне объясните, как шанс 9,2? Вот как шанс 9,2. Если 10% шанс, это должен он 300 стоить. То есть как шанс 9,2-то, ептать? Что там с математикой? Ну давай. А. Это обернулось фиаской. Фиаской. Попробовать еще раз. А, да, кстати, ребята, внимание. Скороговорка, которую нужно будет написать в комментариях. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. Вот. Это нужно будет штуку написать в комментарии. Эх ты ж. Не, я, 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 не, я не верил, что ты дашь. Давай вот эту штуку, давай. Блять, тут что все по 9,2-то? Почему все 9.2 как-то странно? Ну, это прям сильно пролетело. Ну, давай. Госты, давай. Что ты тут улыбнешь? Улыбнешь или не лучшее вино, да? Древесная гадюка, динамика. О, я вот этого членоголового попробую. Если что, потому что я его давно хотел. Чертов в тихоне называется он. Нихуя ты тихоня. Как ты меня тихо-тихо это бороданул тихоня. Давай еще разок. В том же месте, да. Отлично. нет я все равно как бы. Я. А мне уже не с чем пробовать. Все, иди нахер. От... 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 Отстань от меня. отстанет от меня, шайтан. Денег. Ты все деньги забрал. Продать мне нечего. Ничего нету. Все, короче, все стыл чистую. По-моему, я вчера все ссыл почувствую, и сегодня я ссыл да? То есть уже уже 500 рублей сл почувствую. Вот как это эта зараза. Ребят, в общем, всем спасибо за просмотр. Принимайте участие в конкурсах, которые проходят. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем пока!